ловушка! Мне не пробиться! Шиала! Найди Шиалу! Ведьмак, вернись, пока не поздно! Меня не остановишь ни ты, ни кто-либо другой! Если придется, я убью тебя. Но как тебе мой дракон? Сайзер Бейзис, убей его наконец! Ты опоздал. Я стабилизировала телепорт. Тебе некуда бежать. Рано или поздно тебя найдут. Я предпочту уйти на своих условиях. Где Лето? Сайсентесис им скоро займется. Им и всеми идиотами, которые спят и видят, как бы сжечь чародейку. Где он? Я не знаю. Я сама ищу его после убийства Фольтеста. Лето обманул всех. Мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд. Ты так и не понял? Да, Ложа хотела избавиться от Димавенда. Он был слабым чудным королем. При нем Айдирн постепенно умирал. Его надо было убрать. Мы выбрали наименьшее зло. Лето как раз оказался под рукой. А Фольтест и Хенсельд? Мы не имеем к их смерти никакого отношения. После убийства Димавенда Лето использовал золото и нашу поддержку, чтобы связаться с Йорвитом. Эльф должен был укрывать его до тех пор, пока шум вокруг убийства не утихнет. По крайней мере, я на это рассчитывала. Это не Ложа убила Фольтеста. Тогда кто? Нильфгард. Лето — король лжецов и император изменников. Он с самого начала трудился во славу Великого Солнца и Белого Пламени, пляшущего на курганах врагов. Он обманул всех. Меня, Йорвита, твою дурочку Трис и тебя. У тебя есть доказательства? Только что я получила донесение от агентессы Ложи в Цинтре. Армия Нильфгарда выступила в поход. Как раз сейчас она форсирует Йоругу. Ты думаешь, что при нынешних обстоятельствах Север сможет обороняться? Веришь в очередное чудо под Бренны? Я не знаю, но довели до этого вы. И вы ответите за все. И никогда вы не смоете пятна предательства. Может так случиться, что никто не выйдет из этого города живым и не узнает, что тут произошло. Филиппа управляет драконом. Когда я исчезну, он превратит город в пылающий склеп. Может быть, мы проиграли битву, но война только начинается. Впрочем, тебя это никак не коснется, ведьмак. Ты умрешь здесь. Прощай. Что-то не так! Бильян! Кто-то подменил карт. Этот с изъяном. Меня разорвет на куски. Геральт, вытащи его! Бриллиант! Убери бриллиант! Я отдам все, что угодно! Нет! Нет!
Вежливые банальности можно опустить. Да, они нам ни к чему. И все-таки я чувствую, что ты готов к бою. Пару минут назад мы бились не на жизнь, а на смерть. Я понимаю. Надо полагать, теперь я должна поделиться с тобой сокровищами? Традиции рода, все такое. Не надо. Ты доберешься сама до Вергена? Думаю, да. Мои раны быстро заживают. Знаешь, ты не первый дракон, с которым я разговариваю. Ты встречал моего отца, дракона Виллен Третон Мерта. Иногда его зовут Борх Тригалки. Я думал, у него не могло быть детей. Он тоже так думал. Я не совсем понимаю, это от него ты получила способность к полиморфии? Я могу принимать только одно обличие, человеческое. Он мог превращаться в кого хотел. Еще ты медленнее, у тебя нет его рефлексов и золотой чешуи. Угу, а еще у меня нет его усов и пивного брюшка. Прости, что я разочаровала тебя. Это ты меня прости. Профессиональное любопытство. Интересно, где сейчас Борх? Кто знает. Он научил меня всему, чему считал нужным, и улетел в дальние дали. Так живут все драконы. И еще он дал мне имя. Саесентесис, если я правильно расслышал. Мне больше нравится Саския. Филиппа воспользовалась суматохой и бежала. Ты не боишься, что она откроет кому-то твою тайну? Есть вещи, которые никак от меня не зависят. Я не собираюсь преследовать ее. Быть может, судьба еще сведет нас. Или нет. Время покажет. Филиппа не из тех, кто легко сдается. Оправившись от ран, она снова попробует подчинить тебя. Но в этот раз я буду осторожнее. К тому же теперь я знаю про Эльхард даже больше, чем мне хотелось бы. Больше, чем хотела бы знать? Я была послушна Филиппе, но не слепа. Эльхард не сумела скрыть от меня свои секреты. Я знаю ее слабое место. То, что однажды сможет ее уничтожить. Это очень ценное и опасное знание. Поэтому я оставлю его для себя. Шиала и Филиппа вышли из игры. Ложа потерпела поражение. Это хорошо. Но я боюсь, что мы о них еще услышим. Ты знаешь, что армии императора Имгыра форсировали Яругу? Я ждала этого. Филиппа тоже. Что ж, мы разгромили аэдирнских дворян и Хенсельта. Если нам еще раз улыбнется судьба, побьем и императора. Скажи мне, что будет теперь с Йорветом? Будем честны друг с другом. Он разбойник и убийца. Я не стану обелять его или валить на него чужие грехи. Он сам должен заслужить уважение. И, быть может, через несколько поколений люди забудут о его делах. Ты использовала его? Геральт, Йорвит за свою жизнь убил людей больше, чем ты съел котлет. Его нельзя просто взять и использовать. Он сам поверил мне и с самого начала знал, за что мы сражаемся. Это был его выбор. Ты правда не понимаешь, о чем я говорю? Неужели ты никогда не замечала, как он на тебя смотрит? Мы сражались с ним вместе за общее дело. Йорвит сделает для тебя все. Мой вопрос, что ты готова сделать для него? Для Скаэтаэли всегда найдется место в свободной долине Понтера. А что до самого Йорвита, я слышала, что о нас говорят. В общем, может быть, мне и пригодился бы рядом человек. Или эльф. Мне пора. В Вергене ты всегда будешь желанным гостем. Вот только если решишь там поселиться, то... У меня другие планы. Я знаю. Иногда я жалею, что не умею видеть будущее, как мой отец. Иногда сюрпризы — это не так плохо. Будь здоров, ведьмак. Ah!
ваших рук дело, Сир. Вначале был хаос.